Губернатор Мурманской области принял участие в экспертной дискуссии освоения Арктики, организованной в рамках Гайдаровского форума в Москве. Вопросы сессии затрагивали темы международного и государственно-частного сотрудничества, а также устойчивого развития арктического региона. Арктика – территория, на которую претендуют ведущие страны мира. Именно по этой причине она интересна с точки зрения межгосударственной конкуренции. Борьба идет за богатство шельфа, северных морей, а также за влияние на Северном морском пути. России здесь важно не упустить лидирующее положение, отметил глава нашего региона во время Гайдаровского форума в Москве. Очевидно совершенно, что сегодня Арктика – приоритет, национальный приоритет развития. И та стратегия, которая президентом недавно утверждена, и те решения, которые сегодня реализуются, уже свидетельствуют о том, что это не только вот посыл, не только, значит, сформулированная стратегия, это практический набор решений, которые есть. И Мурманская область на передовой освоении Арктики. Благодаря льготным условиям для инвесторов 39% всех инвестиций в эти территории осуществляются именно в Кольском Заполярье. Их общая сумма уже превысила 150 миллиардов рублей. Здесь создаются новые рабочие места и хорошие условия для бизнеса. А все эти факторы становятся трамплином для улучшения качества жизни на севере. Отдельное внимание правительство уделяет туризму. Мы видим в туризме целую отрасль экономики. И именно к этому так относимся. Потому что для нас это привлечение инвестиций, это создание рабочих мест. А пропорция, сколько нужно денег вложить и сколько дает рабочих мест, она в сфере туризма очень, очень эффективна. И, конечно, это вопрос создания другой инфраструктуры. Не только для приезжих. Но когда создается инфраструктура под спрос туристов, эта инфраструктура с большим удовольствием пользуются жители Мурманской области, и это важно. На сегодняшний день одна из главных задач, сообщил губернатор, это газификация региона. Газ позволит сократить траты населения на коммунальные услуги на 20%, а также даст толчок для развития экологически чистых производств на севере.